Сохранить на память моменты школьных будней. Ученики Тампонской многопрофильной гимназии создали необычную стену. На ней собраны фотографии разных лет. Примечательно, что исторический экспонат постоянно дополняется новыми снимками. Все подробности далее. Тампонская многопрофильная гимназия – одно из самых примечательных мест – это фотостена в рекреации здания. Гимназисты гордятся своей своеобразной достопримечательностью, которую они сделали своими руками. Каждая фотография на фотостене – это летопись Тампонской многопрофильной гимназии. И с каждым годом их становится все больше. Не пересчитай, сколько здесь фотографий. История этого стенда ведет отсчет со дня открытия гимназии, то есть почти 20 лет назад. Здесь запечатлена вся жизнь гимназии, будни, мероприятия, вечера. Это позитивная стена, где мы можем посмотреть, вспомнить какие-то моменты, печальные или радостные, неважно, но это воспоминания, которые нужны всем. Каждый гимназист считает за честь оставить после себя свои фотографии. Фотостена так и называется – «Наш мир». Многие из выставленных снимков уникальны. Да там не только фотографии, там хорошие цитаты висят. Всякие разные анекдоты и тому подобное. Бывшие выпускники при посещении гимназии с большим удовольствием вспоминают свою школьную жизнь и фотографируются на фоне стены. Алина Геленкенова, Александр Жирков, ТВ-гимназия, Хандыга.